Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования Satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о модели нового спутникового HD-ресивера марки OpenBox AS4K CI. OpenBox AS4K CI – это новый спутниковый приемник нового 4K формата Ultra HD вещания в сверхчетком разрешении 3840 на 2160 пикселей 4K Ultra HD от известного бренда OpenBox. Новый формат вещания 4K подразумевает передачу изображения в суперчетком разрешении. Безусловно, данную технологию можно назвать телевидением будущего. Спутниковый ресивер OpenBox AS4K CI выдает картинку с разрешением 3840 на 2160 пикселей, что в свою очередь соизмеримо с фотографией на 8 мегапикселей, а увеличенная частота кадров до 50 и 60 Гц позволяет передавать изображение в очень плавной и реалистичной проекции на экран телевизора. 4K приемники не новинка на рынке спутникового телевидения, но OpenBox сделал прорыв в данной области, представив сразу две модели – OpenBox AS4K и OpenBox AS4K CI. В рамках данного видео мы рассмотрим старшую модель OpenBox AS4K CI, которая впитала в себя все возможные новшества и функциональные возможности. OpenBox AS4K CI – старшая модель спутникового 4K приемника, выполнена в металлическом корпусе среднего размера. Многие смогут увидеть сходство данного спутникового приемника с предыдущей моделью OpenBox AS2 HD, но сходство только внешнее. Новая модель OpenBox AS4K CI построена на мощном и быстром процессоре 3798MV200, который сконструирован на базе архитектуры Quad-Core 64 бита ARM Cortex A53 с интегрированным графическим ускорителем Neon и аппаратным модулем ускорения Java. Производится на дочернем предприятии Highway компанией HiSilicon. Такой мощный процессор обеспечивает бесперебойную работу спутникового 4K ресивера OpenBox AS4K CI, позволяя без запинки прокачивать громадные видеопотоки спутникового вещания. Основной фишкой ресивера является его работа на базе всемогущей и сверхгибкой операционной системы Android версии 7.0, которая превращает OpenBox AS4K CI не просто в супермощный спутниковый 4K Ultra HD приемник, но и в универсальный мультимедийный проигрыватель, поддерживающий все существующие и перспективные видео-аудио форматы. Подключение к сети интернет OpenBox AS4K CI можно выполнить двумя способами – кабелем, используя встроенный Ethernet порт, или при помощи USB Wi-Fi адаптера, идущего в комплекте с ресивером. После подключения к сети интернет OpenBox AS4K CI сможет автоматически получать обновления программного обеспечения, появится доступ к Google Play Market и встроенному маркету OpenBox со всеми нужными и возможными программами и приложениями. OpenBox AS4K CI поддерживает подключение беспроводных комплектов клавиатур и мышек, поддерживает джойстики и гироскопные мультипульты, что превращает спутниковый ресивер в мини-компьютер. В операционной системе Android доступны практически все приложения, используемые на компьютерах. К примеру, Skype, развлекательные порталы, мультимедийный центр Kodi, IPTV и вот приложения. Для спутникового Ultra HD OpenBox AS4K CI ресивера нет ничего невозможного. Именно поэтому он занимает премиум-нишу спутниковых приемников в разделе Ultra HD. Цена его также премиальная. Сказать, что стоимость OpenBox AS4K CI мала, очень сложно, и купить его смогут позволить себе не все. Поставляется ресивер OpenBox AS4K CI в фирменной коробке. Выполнен ресивер в добротном металлическом корпусе привлекательного и современного дизайна. На всех частях ресивера находятся вентиляционные отверстия для охлаждения. На передней панели ресивера OpenBox AS4K CI находится четырехзначный дисплей, а за отодвигающейся крышкой USB-порт.
На одной из боковых частей расположена кнопка включения-выключения ресивера. На задней панели ресивера OpenBox AS4K CI находится IR-выход, CI-слот, универсальный картоприемник, разъем для карты памяти microSD, антенный вход, аналоговый AV-выход, разъем SPDIF, цифровой аудио-видео-выход HDMI, Ethernet-порт, USB-порт, USB-порт 3.0, вход для подключения внешнего блока питания. В комплект поставки входит удобный эргономичный пульт дистанционного управления. Наличие универсального пульта дистанционного управления в модели OpenBox AS4K CI позволяет, используя всего один пульт от ресивера, управлять простыми функциями телевизора, включение-выключение телевизора и выбор источника сигнала. Для этого пульт OpenBox AS4K CI очень легко программируется. Wi-Fi адаптер со съемной поворотной антенной. Выносной ИК-приемник. Внешний блок питания напряжением 12 вольт 2 ампера. Цифровой кабель HDMI. Планка для крепления ресивера. Два винта для крепления. Батарейки к пульту и инструкция. Также в OpenBox AS4K CI есть CI Plus слот для поддержки COM-модулей стандартов VACS и DRE, операторов NTV и Tricolor TV. Имеется универсальный картоприемник, поддерживающий карты условного доступа Extra TV и слот расширения памяти microSD. А наличие универсального эмулятора позволит дополнительно настроить просмотр платных каналов в несколько кликов пультом дистанционного управления. Ради справедливости стоит отметить, что OpenBox AS4K CI подключается к любому современному телевизору, используя цифровой интерфейс HDMI. Версия HDMI в OpenBox AS4K CI 2.0. Телевизор не обязательно должен быть 4K. Ресивер прекрасно воспроизводит разрешение от 720 до 1080 пикселей, что дает возможность купить OpenBox AS4K CI на вырост для тех, кто только собирается купить 4K телевизор. Подводя итог, сложно назвать OpenBox AS4K CI простым Ultra HD ресивером. Данное устройство действительно является эталоном устройств мультителевизионного класса, содержащим в себе неограниченные возможности мультимедиа с поддержкой формата 4K изображения Ultra HD. OpenBox побил всех своих конкурентов в данной категории, и выбирая Ultra HD ресивер, предпочтение обязательно следует отдать моделям OpenBox.